очень жаркой. Занимающие 21 место после исполнения обязательного танца Тера Финдлей и Бенуа Ришо из Франции. В качестве мелодий избрана композиция Луи Прима «Пой-пой-пой», «Синг-синг-синг» и, собственно говоря, это единственная мелодия в данном оригинальном танце. За время танца партнеры могут исполнить одну поддержку, которая будет оцениваться арбитрами. Длительность этой поддержки должна быть не более 6 секунд. Можно, правда, выполнить еще и вторую поддержку, но оцениваться уровнем сложности будет лишь первая из них, и лишь она получит оценку за качество исполнения. Вторая же поддержка, если она будет в оригинальном танце, то она будет оцениваться арбитрами уже как хореографический элемент, но, тем не менее, она также должна укладываться в 6 секунд и не содержать запрещенных элементов, в частности, элементов из репертуара спортивных пар. Знаменитая композиция «Луи Прима» была исполнена. Песня, которая появилась на свет в 1937 году, впервые была записана оркестром Бенни Гудмана и стала поистине гимном эпохи свинга. «Синг, синг, синг, пой, пой, пой». В частности, помимо прочих, ее исполнял и Луи Армстронг. С хорошим настроением, с большим желанием выполнили французы свой оригинальный танец, учитывая, что после исполнения обязательного танца у этих спортсменов был результат 23,5 балла, они находились на 21 позиции. С большой долей вероятности можно сказать, что они сейчас выйдут в лидеры. Еще одна пара, которая дебютирует на чемпионате Европы, дебютирует после того, как получила бронзовые медали на национальном чемпионате в первенстве Франции.
Лучший их результат в обязательном танце 48,57 балла. Так что можно без особой боязни прогнозировать, что действительно именно они сейчас не просто выйдут, а вырвутся в лидеры. The score fair for their original dance, please. Да, достаточно высокие оценки, непредельные даже для этого дуэта, но, тем не менее, они позволяют им довольно уверенно возглавить турнирную таблицу. Сейчас нам дают общую сумму 66,93 балла. Это более чем на 6 баллов больше по сравнению с Крайлем и Петером, парой из Швейцарии.